Идем рум-тур. Так, чуваки тут отдыхают. Одного наказали, он сидит возле розетки. Так, это у нас это. А не подсматривай! А я не подсматриваю. Так, вход. Наша это самое. Значит, убрали все. Коридор заходим. Шкаф какой-то, блин, непонятно. Вот даже как-то открывается, наверное. Ладно, не важно. Так. Не рассказывай мне, как должен быть дать Кухня контрабас. Я наша. Прекрасно слышал, как звучит хороший контрабас. Я учился на контрабасе. Так, это комната большая. Включаем все, весь свет. Вся комната. Так, кровать большая. Одна кровать. Вторая кровать. И там третья кровать. В общем, все влезем. Ну, вид из окна, конечно, не ахти, но вид какой-то есть. Блин, ладно. А вид, конечно, офигенный из окна, на гаражи. И большой-большой шифоньер. Ладно.